Привет всем! Погодные условия у нас неблагоприятные. Подробные обзоры на улице снимать пока не получается. Ну вот, на днях поступил тоже мопед Nordwing, многим знакомый. Это такой брат мопеда Sigma. Ну, покрупнее, да, мопед такой, размером. Поступили также новые цвета. То есть этот цвет вот коричневый, или красиво он называется Toffee Brown. Спецификация мопеда Nordwing, она такая более новая по сравнению с мопедом Sigma. То есть Sigma — это достаточно старый мопед, производится он более 10 лет. Ну и Sigma, она имеет, ну, такие более индийские корни. То есть у Sigma сбоку вот можно увидеть такое ограждение для платья индийской женщины, которая называется сари, аналогично мотоциклам Bajaj. У Nordwing более новая спецификация, она уже такая более китайская. То есть здесь, например, можно увидеть откидные багажники сзади, или которые еще называют полотенцесушители, справа и слева. Подставки такие для ног характерны для мопедов Альфа, что более практично. Ну и вообще, как бы, форма деталей уже, ну, такая более современная. В том числе и более новая какая-то панель приборов. Здесь можно рассмотреть синий цвет, достаточно красивый. Ну, сейчас пасмурно, не очень хорошо видно. Также есть, в принципе, бордовый цвет.